Итак, 11-я пара. В черном углу в красной майке Алексеев Андрей, город Зеленоградская Республика, Татарстан. В желтом углу Идрисов Эмиль, трудовые резервы, город Казань. В синей майке начинают наши ребята боксировать. И мы, конечно же, за этим пристально наблюдаем. Внимательно смотрим за раундом номер два. Напоминаю, что это только 11-й бой. Впереди нас ждет еще 9 не менее увлекательных поединков. Поэтому внимание, внимание на спортсменов. Руки не отпускай. Подопрись. Хорош! Давай, вот, давай. Повалить, давай, не отпускай его. Голову не имей. Давай, не отпускай. Не имей голову. Стоп! Головой опасно. Оп! Подними левую руку. Работай сейчас, джебой. Давай, вот, работай. Работай, работай. Давай, работай. Точнее. Давай. Не сбери, тяни. Работай, руки выше. Руки забери. Спокойно заканчивай. Заканчивай спокойно, Эмиль. Два раза, все, рано. Хорошо, пили и бей. Оп! Эмиль, левую руку! Давай, Эмиль, доделай. Братух сам делай. Давай, Эмиль, не отдыхай, не отдыхай. Давай, работай.
Итак, судьи подводят свои итоги. Бойцы терпеливо ждут, а зрители их поддерживают. Как вам боец в красной майке, друзья? Как он выступил? Нет. Я просто спрашиваю, как боец вам в красной майке? Это не объявление результата. Судьи еще подводят итоги. А как вам боец в синей майке? Спасибо. Итак, единогласным решением судей победил боец в красной майке. Исмаилов Илья, город Арск. Аплодисменты. Это более чем достойно ваши награды, медали и регалии. Итак, а 12-я пара объявляю. Боец в черном углу, Шарипов Аслан, город Вятские Поляны, Кировская область. Он будет выступать в красной майке сегодня. И боец в синей майке и в желтом углу, Минасян Яша, клуб Алга, город Казань.